23 марта 2016 года, я не курю 51 день. Лена, ты что ли? Привет! Ничего себе! Вафля, медовик, чай. 94 рубля. В итоге медовик был, видимо, вчерашний, а вафли, видимо, были позавчерашние. Ты же бросала курить? Ну, да, под впечатлением от твоих роликов. И потому что решил бросать Викторов, я тоже решила бросать. И неделю прям держалась и прекрасно себя чувствовала. А потом что-то с цепи сорвалась на нервике. Кто-то мне еще сказал, что врачи не рекомендуют бросать курить, когда нервное какое-то состояние, что можно усугубить. Но я, естественно, себе отговорку нашла. Не могу сказать, что мне это нравится. Подсознательно я все равно понимаю, что надо завязывать. И буду. Надо найти момент подходящий, когда завязать с этим. Я не с первого раза бросил курить. Я предпринимал какие-то попытки раньше в моем прошлом, но сейчас мое некурение 51 день самое большое расстояние пройденное мною. Но, повторюсь, не с первого раза я бросил курить. Хотя я сейчас еще не бросил, я в процессе. Однажды мы с подругой были в центре здоровья, там нас типа обследовали и типа сказали с ног до головы, там что болит, что не болит, что так, что не этак. Мне было, получается, там 30 с половиной лет, а мои легкие были на 24 года. Ну, видимо, они судят не количество там никотина на легких, а их объем, там функциональность, не знаю, мощность выдоха, объем вдоха. Что-то, может, зря я бросил курить-то. Чего? Какие у тебя легкие были? По возрасту на 26. Так, а тебе было 28, извини меня. А, да. Ну тогда вообще это не говорит. Сейчас можешь сказать, да. Это какой-то значок придумаешь, что типа можно я сказать? А я сделаю значок там Air, как там пишут, эфир. 23 марта, я не курю 51 день. Конечно, для космических масштабов это пустяки, но для меня это не пустяк. Сейчас не снимаешь?